Евросоюз. История и перспективы развития. Тема встречи чрезвычайного и полномочного посла Бельгии Ги Травероа со студентами юридического факультета РУДН. Господин Травероа подчеркнул важность развития крепких отношений между странами Евросоюза, ведь они имеют не только одну историю, но и общую экономику, политические взгляды и государственный строй. Я думаю, это важно, что у меня появился шанс рассказать вам, что происходило и происходит в Европейском Союзе, ведь партнерство между Бельгией и Российской Федерацией развивается. Студентов интересовало все – развитие отношений с Россией, упрощение визового режима, решение проблемы безработицы, вхождение других стран в Европейский Союз. Мне очень понравились ваши студенты. Всегда приятно бывать в Университете Дружбы Народов. Я помню, что он носит имя Лумумбы, и мы, бельгийцы, знаем, что это значит. Учить языки, расширять границы своих знаний, стараться понять точку зрения людей разных национальностей. Главное пожелание Ги Травероа студентам Российского университета Дружбы Народов. Евгения Городилова, Екатерина Гульбина. Новости ТВ РУДН.